С 4 августа в России вступает в силу закон о страховании недвижимости от чрезвычайных случаев. Соответствующий пункт может появиться в счетах за жилищно-коммунальные услуги. При этом жилищное страхование по-прежнему остается добровольным. Собственник самостоятельно может определять, нужна ему эта услуга, не нужна, готов он идти на такие оплату этой услуги, в чем ее будет состав этой услуги, что будет заключаться в нем. Он самостоятельно должен определить сам, вместе со страховой компанией или страховым агентом. Если собственник выберет эту услугу, она появится в платежном документе под названием «Услуга за страхование жилища или имущества». Сейчас проект добровольного страхования жилья стартует в 7 пилотных регионах России. В их число вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Московская, Свердловская, Тверская, Новосибирская и Тюменская области. Ожидается, со временем список будет расширен. Каждый регион сможет самостоятельно устанавливать свой перечень страховых случаев. В их числе стихийные бедствия, техногенные катастрофы и другое, сообщает «Северпресс».